Здорово, народ! Вы на канале Арти, и самое время узнать, кто же такой Гильгамеш. Гильгамеш – царь, полководец. Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. На самом деле, это новый герой нашей любимой игры Smite, и сегодня хотелось бы его обсудить и обозреть его способности, поэтому погнали смотреть. Итак, Гильгамеш относится к классу воин. Давайте рассмотрим все его способности, ну и, наверное, подытожим как-то. Начнем с пассивной способности. Эпос о Гильгамеше. На самом деле, крайне интересная пассивка. Ну, для меня она новая, я такое не помню. И давайте прочтем описание. Гильгамеш отправляется в поход за славой. На 5 уровне он получает задание посетить определенное место на карте. На 10 уровне победить как минимум половину вражеской команды в одном бою. За каждое выполненное задание Гильгамеш получает предмет 1 уровня или 500 золотых, если его инвентарь полон. Крайне занимательная пассивная способность. Выглядит очень вкусно. Конечно, предмет лучше брать. Вот, но это будет часть какого-то предмета, наверное, первого уровня. Все-таки какой-нибудь щиток или сапог, допустим. Выглядит это очень занимательно. Хотелось бы увидеть это все-таки уже в бою, так сказать, в лайве. Первая способность – солнечный скиметр. Гильгамеш на 4 секунды зажигает свой меч силой солнца. Враги поблизости получают урон и замедляются на 2,5 секунды. Базовые атаки Гильгамеша наносят задетым врагам бонусный урон в размере 3,5% от его максимального здоровья. Поразив врага базовой атакой, Гильгамеш продлевает действие этого эффекта на 0,8 секунд, вплоть до 12 секунд. Вторая способность – мощный пинок. Гильгамеш совершает удар ногой, отбрасывая ближайшего врага назад и нанося урон по области. Отброшенный враг получает бонусный урон, столкнувшись с миньоном. Оглушается, если столкнуться с вражеским богом, и притягивается к центру кольца, коснувшись ветров Шамаша. Эти самые ветра – это ультимативная способность, о ней чуть позже. Задетые отброшенным врагом миньоны получают бонусный урон, а боги – взрывной урон и оглушение. Третья способность – атака героя. Гильгамеш прыгает в воздух и бьет по выбранной области, нанося урон находящимся там врагам. Затем он заряжает землю энергией, создавая маяк, существующий 5 секунд. Скорость передвижения союзников, бегущих в сторону маяка, увеличивается, но этот бонус уменьшается вдвое, когда они оказываются в его области действия. Там они получают бонусный вампиризм, который увеличивается на 15% от самого высокого показателя защиты Гильгамеша. И ультимативная способность – ветра Шамаша. Гильгамеш взывает к Шамашу и на 6 секунд создает кольцо ветра, которое наносит урон и замедляет пойманных вихрем врагом на 2 секунды. Враги в кольце получают периодический урон каждые 0,5 секунд. Враги, пытающиеся покинуть кольцо, сильно замедляются. Если Гильгамеш наносит урон врагу, покидающему кольцо, этот враг отбрасывается в центр области. Через 6 секунд ветер превращается в связанную нить, которая наносит урон, обездвиживает и парализует врагов внутри кольца. Вот такие интересные способности мы видим у нового воина. Крайне занимательный, визуально это не сильно все эпично, как по мне, но очень интересно. Мы понимаем, что, блин, собираемся в здоровье, мы будем очень-очень сильно автоатачить. Ну, в общем и целом, эдакий Осирис с новым набором способностей и крайне интересной пассивной способностью, как по мне. Поэтому, если вам герой новый понравился, ставьте лайк, пишите в комментах, как он вам, имба, не имба. И подписывайтесь на мой канал, если хотите видеть больше Смайта. У меня проходят постоянные розыгрыши. Прямо сейчас проходит розыгрыш в моей группе ВКонтакте. Также ВКонтакте вы можете подписаться на группу Smite Pro, vk.com/smite. Это лучшая новостная группа по Смайту в СНГ, которую вы можете найти. И спасибо вам всем за просмотр ролика.